Как правильно сдаваться в плен? Инструкция для всех оккупантов из Российской Федерации и Беларуси. Кому можно сдаться? Вооруженным силам Украины, силам территориальной обороны Украины, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины. Как правильно сдаваться в плен одному? Первое. Отбросить в сторону оружие. Второе. Встать прямо. Третье. Поднять вверх руки или белый флаг. Четвертое. Громко кричать «Сдаюсь» и кодовое слово «Миллион». Как правильно сдаваться в плен группе военнослужащих или подразделению? Первое. Сложить все оружие перед собой на достаточном расстоянии. Второе. Стоять перед военной техникой. Вся техника должна быть заглушена и быть не в боевом положении. Третье. Для уведомления украинской стороны о сложении оружия может быть отправлен переговорщик из офицерского состава без оружия и с поднятыми руками или белым флагом. Внимание! Сдавшись в плен, необходимо выполнять все указания украинских военных. Гарантии для военнопленных. Амнистия тем, кто добровольно сложил оружие и сдал военную технику. Денежная компенсация в размере 5 миллионов российских рублей. Телефонный звонок родным и близким для их уведомления о своем состоянии. Внимание! Украина не агрессор и выполняет условия Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года. Начало плена. Каждый военнопленный при допросе обязан сообщить фамилию, имя, отчество, звание, дату рождения и личный номер или, за неимением такового, другую равноценную информацию. Конец плена. Первое. Военнопленные освобождаются и возвращаются в свою страну после прекращения военных действий. Второе. Ни один возвращенный военнопленный не может быть использован на действительной военной службе. Третье. Ценные предметы и денежные суммы, временно конфискованные у военнопленных, будут им возвращены. Внимание! Вероломство, симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия, симулирование капитуляции или выхода из строя вследствие ранений или болезни запрещено статьей 37 дополнительного протокола номер 1 Женевской конвенции 1949 года. Такие действия наказуемы. Оккупанты из Российской Федерации и Беларуси, сдавайтесь! Вас ждут дома!